Ножны косаря. Агостовский, ГОСТ R10-999, спортивный, туристический, пафосное название, вы посмотрите у него. Ну, во-первых, артикул А210, а второе – хищник. Давайте глянем, что у нас там за хищник сидит. Ага, складень. Я думал, хищник тут какой-нибудь зверь будет или котик, а это просто что-то такое. А это просто текстура осеннего леса. Забавно. Что-что, но такой дизайн я бы, конечно, хищником не назвал ни в коем случае. Да ладно, может, намек на то, что с ним в лес ходят или типа того. Так, сразу видим здесь стропорез. Если что, это нужно для того, чтобы разрезать ремни, если, к примеру, попали, не дай бог, в автокатастрофу. Ну и вообще всякие ветки можно срезать. Ну и как, ну, стропорез, он есть стропорез, думаю, многие, кто интересуется ножами, понимают, для чего это. Так, шасси у ножа металлическое полностью, накладки пластиковые. Винты у нас, как обычно, комбинация торксов и шестигранника. Нет, тут все на торксов, даже основной винт. Помимо всего, интересная текстура для охвата. В принципе, нож, мне кажется, должен хорошо удерживаться. Выкинуть можно при помощи шпенделя, либо при помощи флиппера. Давайте сейчас это и сделаю. Шлеп. Кстати, отлично сработал. Замочек у нас Liner Lock. Думаю, да. Понимаете, как все это дело складывается. Да, я теперь понял, почему он хищник. Вы посмотрите на эту интересную форму клинка. А тут пальцевый. Ой-ой-ой, ты что это складываешься? Ну-ка. Так, ну, надо его настраивать, конечно. Можно немного отвертку подогнуть. Ну, что поделаешь, нож до кусаря. Так, точно нормально работаешь. Под пальцевые упоры у нас продолжены. Разумеется, здесь вы за него хвататься не будете. Но, в принципе, на дизайне это сыграло довольно забавно. Такой получился агрессивный нож в стиле Рэмбо, ну только поменьше, конечно. Так, здесь у нас также имеются углубления с отверстиями, а с другой стороны просто отверстия. Нож как-то обработан, наверное, это какой-нибудь Stonewash. Поменьше будет бороться, во-первых, лапками, да? Ну, во-вторых, мне кажется, царапины и прочие штуки на этих ножах гораздо менее заметны. Ну, плюс не бликает. Ну, тут-то бликает, конечно, но вот от солнца бликов будет значительно меньше. Скоба окрашенная, оптимальная жесткость. Габариты, думаю, можете оценить по моей руке. В общем, вот такой вот хищник. Про сталь не сказал. 440. Нормальная сталь для подобного ножа. Не ржавеет и хорошо точится. С нами был хищник. Такой вот нож. Пишите комментарии, говорите, что думаете. Не забывайте про летнюю акцию, промокодик для скидки. И просьба подписаться на ВК и Телеграм, там дополнительный контент. Ну и для того, чтобы не потеряться, мало ли что произойдет с Ютубом. С нами был хищник А210. Всем пока.